Всех приветствую, очередной день охоты. Сейчас пойду сначала по бору пройдусь, посмотрю боровую птицу. Потом планирую зайти на озера. Вчера на каме гуси сидели прям рядом с деревней. Ну, стрелять смысла не было. Хотя по карте перемещения, ну, у гусей у нас, в принципе, пролетных. Там, по-моему, только одни пролетают. Ну, не знаю, кто разбирается. Я кадр поставлю, посмотрите. Что за гуси, не знаю, честно. Ни разу не стрелял. Даже не знаю, кто такие. Волк убежал сейчас. Вот здесь. Блять, воняет как. Лося как-то задавили, видимо. О, фу, блядь. Вот такой лес называется Согра. Или Согра. У нас говорят Согра. Болотина, короче. И трудно вообще. Вот такое озеро в тайге. Видно, вон как рыба плавится. Прям возле берега ходит. Как бы берега нету, это все шатается здесь. Уже глубина 1-3 метра сразу же, наверное. А так озеро, по-моему, ну, 10 метров глубиной точно есть. Вот там в начале озера где-то утки сели. Сейчас выхожу уже. Хоп, тут уже бобр начал таскать. Вот ветки готовить себе на зиму. Можно, кстати, тоже покараулить его. Выползет бахнуть. Сейчас уже вечер. Вечер уже. В принципе, можем попробовать. Рыбки ходят тут даже. Ладно, посмотрим. Стою, жду. Бобреца, может, вылезет. Ну и так еще пару рябчиков бахну. Сегодня. Ну, посмотрим.